Неизвестные этой ночью расстреляли два автомобиля в Луганской области. Два человека погибли, был ранен 10-летний ребенок. Нападение произошло вблизи пограничного пункта Должанский. Андрей Лащ передает с места событий. В городе сегодня спокойно, вот в области ситуация нестабильная. Утром на трассе Киев-Харьков, это в 15 километрах от пограничного пункта Должанский, в собственных машинах были найдены тела супружеской пары, их дочери удалось спастись, она госпитализирована, машины были обстреляны. Накануне около 40 боевиков пытались прорваться через границу на пункте пропуска Изварина в Луганской области, а так удалось отбить, но сам пункт не работает. Серега, блядь, ЧП у нас очень большой по области. Что случилось? А? Говори, что случилось? Леха. Алло, да. Алло. Да, Серега. Что случилось? На Должанке семью расстреляли. Семью? Да. Охуеть. Люди пересекали границу. Ага. Люди пересекали границу. Ага. На машине, блядь. Наши обстреляли, блядь, машину. Наши, убили. Это? Ну, блядь, сейчас их привезу, блядь. Убили семью, убили отца, убили мать, остался малолетний ребенок. Ой-ой-ой. Да, пиздец, я нахуй, я вообще не хочу ничего уже, блядь, ебать. Ой, блядь. Должанка это где? Должанка это чуть ниже, это сам Зварина. Это пиздец.